15 лет назад он был простым китайским учителем, а сейчас Ма, настоящее имя Ма Юнь, известен как создатель интернет-гиганта Alibaba Group, чье состояние оценивается примерно в 29,7 миллиардов долларов. В сегодняшнем выпуске «Секреты успеха Джека Ма». Поехали! Ищите возможности повсюду. В поиске новых возможностей не будьте близоруки. Старайтесь охватить взглядом весь ландшафт своей профессиональной и финансовой деятельности. Составив общую картину, не поленитесь обшарить каждый уголок этого ландшафта. Потенциальная возможность может таиться где угодно. Рассматривайте любые варианты. Для вас не должно быть слишком ничтожных или недостойных возможностей. Используйте каждый шанс. Заметив простор для деятельности, приложите все усилия, чтобы она была успешной. Помните, движение к большей цели состоит из мелочей. Работайте осмысленно. Старайтесь четко осознать свое текущее положение и то, к чему вы стремитесь. Спросите себя, над чем вам необходимо работать. Зачем вы хотите добиться поставленной цели? И что нужно сделать, чтобы осуществить задуманное? Действуйте без промедления. Чтобы добиться успеха, порой необходимо победить в гонке. Это не значит, что нужно все время бежать, сломя голову. Иногда для того, чтобы выиграть время, достаточно правильно выбрать направление, в котором вы будете действовать. Пусть ваша стратегия будет гибкой. Так вы сможете корректировать свои действия, учитывая неудачи. Не зацикливайтесь на обстоятельствах. Неважно, в какой семье вы родились и где выросли, какое образование получили и сколько у вас опыта, вы сможете добиться успеха в выбранной сфере деятельности вопреки любым обстоятельствам. Главное не то, где и кем вы начинали, а ваша стойкость, выносливость и дух победителя. Направляйте свои амбиции в нужное русло. Ваша деятельность должна быть проводником ваших амбиций. Сосредоточьтесь на своей цели и идите к ней, не сворачивая с пути. Будьте смелым. Когда Джек Ма начинал работу над интернет-холдингом Alibaba Group, потенциальные инвесторы предупреждали его о возможной убыточности проекта. Предприниматель рискнул и не прогадал. Сейчас компания считается одной из самых успешных в мире. Ее капитализация составляет более чем 230 миллиардов долларов. Погоня за собственными амбициями – отличное время для проявления храбрости. Ваша молодость – ваш шанс. Если вам 35 и вы до сих пор не разбогатели, значит вы впустую потратили свою молодость, уверяет Ма. Используйте энергию и фантазию юности в достижении поставленных целей. Соберите свою команду, объединив ее общей целью. По мнению Ма, невозможно добиться успеха, если все, что объединяет вашу команду – это вы. Вам нужны единомышленники, связанные одной целью – идеей, миссией. Если каждый сотрудник будет работать не ради вас, а ради общей цели, вы сможете использовать потенциал своих коллег по максимуму. Готовьте себе замену. Понижайте зависимость своей команды от вас. Прививайте подчиненным навыки, которые есть у вас. Учите их тому, что знаете сами. Со временем вы сможете переложить значительную часть своих обязанностей на команду, а позже и вовсе полностью доверить им руководство и заняться другими проектами. Работайте с теми, чьи профессиональные навыки выше ваших. Если вам постоянно приходится давать специалистам советы, значит вы наняли не тех людей. В своей сфере сотрудник должен быть гораздо квалифицированнее вас. Ваша задача – нанять действительно хороших профессионалов, обеспечить им все условия для работы и не мешать. Будьте волевым, мужественным и дальновидным руководителем. Стойкость, смелость и способность просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед – это то, что отличает хорошего начальника от посредственного. Лидер должен уметь рассмотреть возможности там, где другие видят лишь риски и проблемы. Когда команда готова сдаться и отступить, руководителю необходимо проявить волю, найти зацепку для решения задачи и заставить остальных продолжать движение к цели. Только так можно добиться действительно выдающихся результатов. Упорство – ключ к успеху. На пути к цели вашей команде придется столкнуться с множеством препятствий. Порой они возникают в самом начале движения к цели, и тогда очень важно не падать духом. Пусть цель работы станет маяком для вас и ваших сотрудников. С его помощью вы сможете пробиться через любые бури и достичь желаемого. Ваши отношения важнее способностей. Будь то трудное время или благоприятное, руководитель всегда должен оставаться спокойным, уверенным и целеустремленным.
Находясь у подножия горы и не видя вершины, легко впасть в панику и повернуть назад. Однако вы можете взглянуть на вершину с той высоты, с которой хотите. Достижение цели зависит от вашей точки зрения. Принимайте решение, руководствуясь здравым смыслом. Успешный руководитель далеко не всегда гений, который умнее своих сотрудников. Для лидера важно набрать команду хороших профессионалов, которым не стыдно обратиться за советом при принятии какого-либо решения. Квалифицированные сотрудники помогут вам просчитать последствия каждого шага и выбрать наиболее плодотворную стратегию. Лучше тщательно прорабатывать все нюансы, чем наспех состряпать грандиозный наполеоновский план и прогореть. А какой из секретов Джека Ма вам понравился больше всего? Напишите свой ответ в комментариях. Ну и не забывайте поставить лайк, поделиться видео с друзьями и подписаться на новые интересные бизнес-факты. Пока!